Егеря Мордовского заповедника во время рейда по поиску браконьеров в поле между селами Сосновка и Жигалово услышали выстрелы. Информацию передали в МВД. А полицейские уже отыскали во враге сани с тушами застреленных косуль, а еще карабин «Тигр». Эта находка и выдала хозяина оружия. Его владельцем оказался 50-летний житель Сарова. В тот день он как раз гостил у своего знакомого в селе Жигалово. Как пояснил мужчина, в дневное время они с товарищем на снегоходе последним отправились на охоту, не имея соответствующего разрешения. Пока владелец транспортного средства объезжал территорию, распугивая животных, второй совершил незаконный отстрел двух особей косуль. Прямо на месте они разделали туши двух косуль, погрузили в сани, которые зацепили к снегоходу, и отправились домой. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчины вернулись в поле, где оставили сани с тушками. При этом, по случайности, владелец оружия обронил карабин. Затем они на снегоходе покинули место преступления. Сейчас МВД проводит проверку и устанавливает сумму ущерба, причиненного Минлесхозу региона. В декабре в Ельниковском районе Мордовии браконьер убил краснокнижную рысь из ружья покойного отца, а потом решил скрыть преступление и закопал рысь в снегу, но попался полиции. Анастасия Суркова, «Наши новости».